Состоялось заседание профбюро аппарата управления Казанского федерального университета. На встрече сотрудникам вуза рассказали о возможностях, доступных для членов профсоюза, о выделении материальной помощи, о программе здоровья и возможностях комплексного диагностического обследования, а также юридической клинике, бесплатных консультациях от юридического факультета. В завершение представители профсоюзной организации представили спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников. Например, 23 апреля в Униксе пройдут соревнования по волейболу среди сотрудников вуза. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.